dvhub.ru. Человек это реализовать. О чем речь? Этот лес я могу получить, но когда мы посчитали, это дорого. Дешевле, без заморочек, пошел и купил готовую древесину. Мы предлагаем квоты, которые человеку передаются, вносить как инвестиционный вклад. Но во что? В создание совместно государственно-частного партнерского предприятия как акционерного общества. Чтобы государственные структуры контролировали заготовку, переработку совместно с этими же инвесторами, частными людьми. В частности, мы проговорили с многодетными. Они говорят, нет проблем, мы готовы это сделать. Это, а теперь посчитаем, 1000 человек, 150 кубов у каждого. Даже если опустим, скажем, на отходы, 100 кубов. Куб 5000 рублей. Это инвестиционный взнос 500 000. dvhub.ru